Книга, о которой пойдет речь, по справедливости должна была бы остаться библиографической редкостью. «Те, с кем мы воюем» – сборник русской пропагандистской литературы времен Первой мировой, 1915 год, ровно столетней давности изделия. Эту книгу следует брать в руки с осторожностью. Она наполнена ксенофобией и патриотическим фанфаронством. Но именно поэтому мы решили выволочь ее на свет Божий. Из педагогических соображений. Чтобы, наслаждаясь юмористическим стилем, а среди авторов этой книги первые юмористы начала века, начала прошлого века, Аверченко, Тэфи, Бухов, чтобы, наслаждаясь этим стилем, мы в полной мере могли ужаснуться перекличке времен. Ибо в отличие от Аверченко и Бухова, мы-то знаем цену, заплаченную Россией, за тот подъем патриотического духа. Цена эта была чудовищной. «С кем мы воюем?» называлась та книга. Воевали мы тогда с турками и немцами, с венграми, а надо-то было собственным невежеством. Впрочем, как и всегда. Хотите почитать эту книгу? Хотите поглядеть в лицо русской пропагандистской литературе 1915 года, между прочим, в отличном исполнении Аверченко, Тэффи, Бухов? Хотите? Давайте соберем деньги на Планете.ру, как всегда.